От первого паровоза до нанотехнологий. В Чебоксарах работает передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД. Что нового расскажут вам в музейных вагонах, знает Денис Кашин. Поезд, состоящий из 9 вагонов, курсирует по всей сети железных дорог России. А его музейные экспозиции постоянно обновляются. В этот раз посетители смогут ознакомиться с историей отечественного железнодорожного транспорта, увидеть макет первого русского паровоза Черепановых и многое другое. На стенде рядом со мной представлены макеты двух паровозов. Внизу представлен макет первого русского паровоза, который был построен в 1834 году отцом и сыном Черепановыми в Нижнем Тагиле. Любой желающий мог опробовать специальный тренажер и почувствовать себя настоящим машинистом поезда. Перед началом движения машинист обязан подать один длительный сигнал. Давай, нажимаем на кнопочку. Смелей. Так, теперь левой ручкой берем контроллер. Давай, смелей. И переводим его вперед. Вперед. В каждом вагоне вас встречает экскурсовод, который знакомит посетителей с экспозицией. Как работал железнодорожный транспорт в годы Великой Отечественной войны? Сколько новых маршрутов появилось на карте России в советское время? Какие технологии используются сегодня в строительстве подвижного состава? Об этом и многом другом можно узнать из первых уст. Денис Кашин, Сергей Адушкин, Республика.